Вот, боремся, еще один бросок в исполнении Михаила Пуляева, еще одна техника. Вот. Ну, сорвали. Продергивайте сюда. Вам нужно здесь, вот если в таком положении, нужно зайти за спину, чтобы у вас таз к тазу был. Вот здесь таз к тазу. И вы на этой ноге опускаете сюда. Вам нужно как его на стул, чтобы здесь посадить. Вот, здесь встали, ногу вот сюда, опускаете на нее и сажаете его сюда. То есть мы вот боремся с ним, например. Я взял этот захват. Очень важно, вот, чтобы сделать, вот на, чтобы был таз к тазу. И ложитесь на эту ногу. Вот. Вам нужно в портфеле стоять, вам нужно вот так лечь. Вот так. Вот так вот вам нужно лечь. Чтобы у вас ноги были вот так, здесь пояс. Вот в такое положение вам нужно прийти. То есть вот держите. Попробуйте. Уже один из известнейших приемов, который исполнял Михаил Пуляев неоднократно на различных соревнованиях. И даже мы на канале Planet Dzudo делали такой конкурс на название этого приема. О, молодец. Согнулся. Не надо, наоборот.
взял. Михаил, вы имели опыт уже тренерской деятельности? Ну так вот, я ездил на мастер-класс. Как ваши ощущения? Вообще тренировать легче, чем самому тренироваться? Нет, тренировать тоже тяжело. А нравится процесс? Ну, нравится, когда ребята тоже стараются, это нравится. Они, которые, например, не особо реагируют, когда не хотят понимать, и что им тогда объяснять. Не думайте по завершению спортивной карьеры начать тренерскую деятельность? Возможно, мне нравится. Такими более зрелыми уже, от юниоров, юнош. С детьми у вас тяжелее выходить? Или как? Да, очень тяжелая работа. Совсем маленькая. Тихо. Оп. Спасибо. А как вы думаете, что какими качествами должен обладать тренер? Тренер должен обладать огромным терпением, прежде всего. Как мне кажется. У каждого возраста разное. Но терпение у всех возрастов тренировок. И также техникой определенной должен, чтобы передать воспитанным. Прежде всего терпение, все разбирает, сидит. Ну, вам нравится вот этот процесс, если ребята отдаются этому творчеству, да, вам это нравится? Да. Ну, будем надеяться увидеть вас в качестве тренера. Посмотрим, да, поживем, увидим. Возможно, даже сборной команды России. Возможно.